А кто следит за каналом Мармс, может узнать, сколько уже было проходов у нас по этой дорожке. Вот здесь красивые сосны стоят в лесу в зимнем. Там такие домики проглядывают сквозь деревья красивые. Интересно, чьи это домики, стоящие в лесу Клязьминской поймы. Итак, мы сейчас решили пройти по данному лесу. Хотим посмотреть, что же у нас тут за коттеджи стоят в лесу.